Гусени огонь! Снять предохранителя вниз до конца. Идем команды. Разряжай оружие к осмотру. На левый бок ложись. Снять предохранители. Отвести затвор рамы до конца назад. Осмотрено. Контрольный спуск. Предохранитель старт. Затвор рамы отвести. Вожу на протяжении долгих лет сюда детей, потому что я работаю преподавателем-организатором уже 20 лет и вожу детей постоянно. Сегодня я привезла, как обычно, юношей 10 класса и плюс девушек. Девушки-миросковцы, которые являются членами военно-патриотического клуба, названного именем Марины Росковой, которые уже четвертый год принимают участие в гарнизонном параде и во всех военно-патриотических мероприятиях города и Кировского района. Они, наверное, будут связывать свою судьбу с военной службой, чтобы получить профессию, защищать Родину. Что касается всех ребят, то они в диком восторге, если можно так выразиться. Им всем очень нравится, мы готовились к этому, старались и получили достойную похвалу, когда были на точках одевания химзащиты, строевой подготовки и так далее. Привезут домой массу впечатлений, будут делиться ими на весь год, хватит. И бывает так, что на следующий год, будучи 11-классниками, они просятся опять, а можно мы поедем вновь? Думаю, что это для жизни ребят очень хорошо. Они должны почувствовать себя военнослужащими, потому что это очень важно. Они не будут бояться того, что идет впереди. Они приходят в армию, когда служить. Они знают, что их ждет, и уверенно чувствуют себя в звании военнослужащего. Скажите, а вот девочек вы в первый раз переводите сюда, или это уже традиция становится? Девушек я привожу уже четвертый год, как парадниц. Вот, и поэтому девушки у нас порой выполняют нормативы намного лучше, качественнее и быстрее мальчиков, потому что мы именно этим занимаемся прицельно, так как это у нас клуб, движение такое. Вот, поэтому с девчонками в этом плане, наверное, легче. Легче работать с ними и видеть, что им это очень сильно нравится. Ну, потому что на самом деле в клуб приходят те, которые хотят и нравятся. А мальчики, они приезжают сюда, те, которые должны все приехать. Но и мало кто из них, или там много, или, ну, не все будут связаны с своей судьбой, с военной службой. А девочки по своему желанию, так понимаю? А девочки, да, они именно желают этим заниматься. Это отборные дети.